хорошего настроения, замечательных погод и великолепного футбола. Наверное, все сказал, что должен был. Шинник, Саратов, второй тур. Первая лига, кто не в курсе, Сокол возвращается в лучшую лигу мира спустя 6 лет. Первым домашним матчем в этом сезоне. Смотрю, там зонтики, видимо, тоже дождик. Продолжат ли в Шиннике. Все, начали. Рубцов разыгрывает. Ворот Шинника слева по картинке. Ворот Сокола справа. Давайте с гостей, дебютантов. А вот дома домашние стены и сразу забивает Турсунов. Кажется, это был. Кто это? Нет, не Турсунов. Это отмечаем сейчас первый гол в сезоне Андрея Евдокимова. Перефразирую я Александра Яковлевича Розенбаума. Сокол, ты не баловень фортуны. Да, классная, классная атака в исполнении защитников. Это Абазов сбросил. 4-3. Подача. Снова с левой Самойлов. Борьба. Удар через себя. И в створ. И в створ. Давайте смотреть. Поздравляю. Сейчас Гусь Ибрагимовича исполнил. Правый край. Подача. Разыграли в этот раз. Посмотрим, к чему приведет такая попытка. Снова с левой Самойлов. Уже удары. Залетает. 1-1. Ну вот розыгрыш. 40-я минута. Дмитрий Самойлов сравнивает счет. Концовка тайма, разыграли. Вот здесь небольшой рикошет. И здорово, да, Рубцов. Нет, не Рубцов, это был Самсонов. Закрыл вратаря. Тут еще от Гудкова. От Гудкова рикошет. Самсонов классно трафик создал. Ударчик бы, ударчик. Нет, передача снова. Борьба в воздухе. Шинник, воздух, единоборство. И что показывает судья? Довбня, пенальти на Турсунове. А нужно ли это было делать, Саша? Обращаюсь я к опытному голкиперу. Куликов ставит точку. Ну, давайте смотреть. Концовка тайма. Пенка. Разбег. Нет, без шансов. Разъяренный Довбня посылает мяч в ворота второй раз, но... Два мяча не будет, будет один Турсунов. Пенальти, концовка 2-1 в пользу Сокола. Все-таки в пользу хозяев. Закончится первый тайм. Бабаев помог защитникам. Еще подача. Борьба в воздухе и рыбка. И как неплохо-то из-за спин Рубцов сейчас. Тяжеловато было Илье. Тянулся к мячу. Удар сильным вряд ли получился. Только на точность можно было рассчитывать. ЦСКА писали, что может заиграть за армейцев. Удары. Спасение Довбни. Какое чудо. В ближней девятке. Ну, пониже чуду. Давайте я не буду сейчас умалять достоинств голкипера. Ну, по чайной ложке в тайм. А здесь и голы, и моменты. Еще Довбня голова. Опять чья-то нашла мяч. Будем повтор смотреть. И снова кипер гостей в порядище. Так, этот мяч уйдет. А давайте-ка посмотрим. И на Яшкова же передача. И вот сюда в касание забивать. И забивать, и забивает Сокол. И это, похоже, победа. И это, похоже, 3 очка. И вот они, Соколы. Довбня сделал все, что мог. Защитники не успели. Ни к Югалдину. Там Довбня спас. Ни вот здесь. Куда бежал? С кем играл Малыхин? Почему не с Бабаевым? Куда бежал? Кого крыл? Метнувшись за Турсуновым. Неплохо и забивать. 3-2. Не Замудинов? Нет. Это Самсонов. Самсонов забивает, но время еще есть. Добавит полминутки, я думаю. Вот там и рассказ про голы. Оказалось, мяч уходит. Там уже Федоров его отпустил, не пошел. Только взглядом проводив на эту передачу. Опытнейший голкипер Саратова. Да, ничего не добавил. Ничего не добавил Сергей Куликов. Поэтому гол Самсонова на 94-й минуте только фиксирует окончательный счет. Победу Сокола 3-2.